За прошедшие сутки в Волгоградской области выявлено 460 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выписанных из стационаров пациентов составляет 165 человек. К сожалению, с тяжелыми последствиями вируса не справились 37 пациентов. На 22 ноября в регионе зафиксировано 4288 летальных исходов. Всего за время пандемии в Волгоградской области коронавирусом заразились 114 190 человек. Выписаны из стационаров 98 130 пациентов.